Дівки – существа неблагодарні. Залізна леді модельного бізнесу Маша Манюк влаштовує переворот у власному агентстві. Вона звільняє невдячних моделей, які її дістали. Здесь я звізда, а не 10 чоловік. Таня, ти нічого зі мною не рішиш. Будь здорова, пока. Розлючена Маша знайомиться із відомим букером Сергієм Нікітюком та вирішує втілити у життя авантюрну ідею. Уволим всіх старих. І наберемо всіх нових. Слава Богу, в Україні дівок красивих вистачає. У попередній серії левиця сучасної модельної індустрії Маша Манюк створює нове агентство. Їй потрібні тільки зірки. На всеукраїнський кастинг з'їжджається більше 300 претендентів. Після першого етапу їх залишиться 40. Другий етап відбору позбавить права участі у проєкті 20 моделей. Та лише 5 із них пощастить стати моделями Маші Манюк і працювати у новому модельному суперагентстві «Маша та моделі». Хто ці обрані? Та які випробування чекають на новоспечених моделей? Дивіться просто зараз. Экзамен написали плохо. Теперь разбор полетов. Те, кого мы вызываем, выходят вперед. Анастасия Александровна Вацик. Сложное лицо, не умеешь двигаться, плохо одета на кастинг. Мы посчитали, тебе будет очень, ну, как бы полезно остаться у нас. Мария Владимировна Радченко. Мы вообще считаем, что это безобразие при таком красивом лице иметь такой маленький рост. Висеть на турнике с утра до вечера, мы тебя никуда не отпустим. Готовься, мы будем делать из тебя телезвезду. Понимаю, что, в принципе, турник уже мало сейчас чем поможет. Но все равно, и в 20-ку меня взяли. И такие хорошие. Как ни старалась, но мы вынуждены тебе сказать до свидания. Спасибо. Да. И мне кажется, что в 90%, наверное, людей я был уверен еще до фотосессии. А фотосессия просто подтвердила или там убрала мои какие-то сомнения. Роман Иванович, мало артистизма, мало подвижности. Но мы решили, что ты будешь нашей моделью. Роман Горонесколь, 23 роки, працює в рекламній агенції. Хоче довести, що хлопці невеликого зросту можуть стати моделями. Номер 290. Екатерина Сергеевна. Что она здесь делает? Кать, ну хорошо поешь. Но нам не нужны люди, которые хорошо поют. Поэтому попытайся найти свое счастье в каком-нибудь другом проекте. Спасибо. Жень, ну... Как может профессиональная модель прийти в сапогах? Это твой последний день в сапогах. Ты остаешься с нами. Алексей Владимирович. Вот в тот момент я подумал, что все торба вообще. У меня же вот так вот все так вылетает. Красивое тело делает свое дело. Я тут понимаю, что оп, все нормально, все под контролем. Мы тебя оставляем. Я просто совершенно уже не рассчитывал на это. Полин, мы долго обсуждали, и ты очень симпатичная девочка, но не хватило. Поэтому мы нужно тебе сказать до свидания. Катерина Романовна, нам нужна типичная блондинка. Мы без типичной блондинки никуда, ты остаешься с нами. Я с собой загордилась, такая я стою, думаю, классно. Чуть-чуть дальше ты, нет? Что закрадываешься? Рыжие волосы и улыбка нас покорили. Номер 287, Жешко Марина Ивановна. Ты согласна врезать волосы, и мы будем работать. Я в этот момент почувствовала большую радость и уверенность в себе, потому что в меня мало кто верит. Мы
будем тебя худеть в определенных местах и поправлять в других местах. Улыбчивый, приятный, с хорошим телом. Мы тебя никуда не отпустим. Конечно же, хочется вот это быть поближе к софитам, вот, чтобы тобой восхищались. Будешь работать, получишь удовольствие от общения с нами. Когда на тебя сидит, смотрит 10 конкурентов, это немножко заставляло понервничать. Я уже начала немножко переживать, что это будет не концом моего участия в проекте. Но мне повезло, меня оценили. Но куда нам без инопланетянки? Я считаю, что это мой шанс, чтобы выйти на новый уровень, как модели. Максим Максимович Собинов. Две дороги в голове. Я понимаю, что я либо ухожу печально, либо ухожу веселый, я в проекте. Мы решили, что мы тебя оставляем. Дальше от меня, на всякий случай, чтобы я не покусала. Ты остаешься с нами. Когда меня объявили, что я прошла, да, я заплакала. От счастья. Олена Сердюк, 20 років, студентка. Приїхала до Києва із Полтави в надії втілити головну мрію свого дитинства – вийти на подіум. Ми вважаємо, що ти точно такий же унікальний, як ситуація, в яку ти попав. Сьогодні я знімався в рекламному ролику для Азербайджану. Ми тебе оставляємо, добро пожаловать. Секс-символ. Ми тебе нікуди не відпустимо, ти залишишся з нами, будеш нашою моделлю. Раньше я снималась голыми. Мне просто стало мало места в нем. То есть мне пора, наверное, одеться. Бегать, прыгать. Ну, остаешься с нами. Євгенія Козлюк, 20 років. Ладна виконувати усі рекомендації Маші, аби тільки довести. Вона гідна називатися моделлю. Зайка. Тепер ти наша. Как-то не очень раскрылась на съемке. Нам улыбнись и все. Не люблю улыбаться. Ну попробуй. Просто. Ну попробуй. На самом деле у тебя, да нет, ну не такая дурацкая. Но есть фактура, которая, я думаю, позволит тебе проявить себя. Ну ты знаешь свои проблемы. Да. Мы почему-то подумали и решили, что... Олена Мільшина, 18 років, офіціантка. Потрапивши на кастинг проєкту, здобула нову мрію – розкритися у якості моделі і назавжди забути про роботу в барі. Ти з нами остаєшся. Ми ще раз поздравляємо всіх, хто попав в наше агентство моделей. Приготовьтесь, буде складно. Я даже не знаю, кому лучше – тим, хто остався или тим, хто ушел. Добро пожаловать к нам и учитесь, те, хто не попали. Я желаю вам успіху, набирайте сил, терпіння, ми ще повоюємо. Вони думають, що вже витягли щасливий квиток. Та навіть не здогадуються, що попереду на них чекає справжня школа виживання. Лише п'ятьом із них пощастить отримати роботу в агентстві «Маша та моделі». Я думаю, что за какой-то период времени, непродолжительный, короткий, мы сделаем интенсивный курс, курс молодого бойца-модели. Мы будем следить за ними внимательно и постараемся предвосхитить все неожиданные моменты какие-то. Нарешті він настав. Довгоочікуваний для моделей перший ранок у омріяному агентстві. Водночас настали і перші Машині проблеми. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас 11, а должно бути 20. Де остальные? Бойцы. Давайте сверим часы. 11:02. 05. Мы все должны придерживаться одного какого-то времени и не собираться, как стадо овец по горам. Либо вы приезжаете, либо вы вообще сюда не приходите. Я считаю, что безобразие то, что люди опаздывают, то, что они не выполняют наши какие-то требования. Потому что если нам с ними не будет удобно работать, то мы с ними просто не будем работать, и все. Который час? Час который? Ты откуда ехала? Встречи. И что, в метро пробки? Ну, спускалась. Вообще не волнует. Выезжай за 2 часа. Было печально, было, ну, было стыдно даже. Да, вичитали нас хорошо. Чому ж 9 з 20 моделей запізнюються? Є одна версія.
Одразу після оголошення результатів фотосесії святкувати свіжоспечені зірочки пішли до найближчого ресторану. За всіх, хто пройшов за нас. Да. Ми сьогодні будемо виконувати твоє желання. Яке у тебе желання? Ти там нам сказав. Ви знову не лізь. Я не говорить, ви все одно будете. Подружки пишут, что мы собираемся на 5 у Гринченко дома. Тёма, с которым ты спишь, Гринченко. Тёма, с которым я сплю? Да, мы у вас дома. Какой из них? А вы завтра у нас дома? Они не должны жрать, не должны курить и не должны пить спиртное. Вы были в Макдональдс? Да, вчера ездили. Ну? Причем ты готова позвать, и все такие, мне все, пожалуйста, мне все. Ну, мы не пили алкоголь. Может, кто-то из девочек там пил, я не видела. Но я лично алкоголь не пила. Так. Ну, это что я обычно? Я обычно вино пью. Я от виски отказываюсь. От виски поправляюсь. Какие мы свеженькие, да, там идем. Какие средства. Модель должна быть здоровая, красивая и профессиональная. Это моя позиция. Иначе они не будут со мной. Иначе они будут сами по себе. На счастье, Маша не бачила всего, что было у клубе. Інакше вже перший день в агентстві міг стати для моделей останнім. Тож перше правило Манюк – ані краплі алкоголю та цигарок. І, звісно ж, бути пунктуальним. Я сьогодні буду дрючити всіх. Якщо ви недостатньо організовані, ви нам не нужны. Що у нас відбувається? Я місяць назад пройшла кастинг на показі причесок у Дютенка. Я... Мені плевать. Ви розумієте, да? Все це, друзі, мої повне безобразие. Если идут какие-то форс-мажоры, получаются, ищите возможности, чтобы мы знали, что вас не будет. Я испугалась того, что могу вылететь из проекта, поэтому я приехала. Я хочу остаться в проекте, я хочу работать. Мне кажется, что недостаточно серьезная маленькая блондинка. Да, не катит. Да, без алкоголя. Не катит. Паспорт. Да что? У нас совершеннолетняя. У меня травма. Она со мной. На ней Буратино. Я хочу. Давай. Она еще не разбудила. Тут блондинки. Все очень просто. Ну да, у меня страдает моя пунктуальность, я соглашусь. Ну, буду исправляться. Я не хочу ругаться, но херня полная. Еще раз. Хватит, хватит. Я посмотрю, чем это закончится. Я тебя, в принципе, внешне боюсь. Ну да он постоянно пиздит. Это у него такой конек сегодня. У него, наверное, не сегодня только этот конек. У него, в принципе, он. Ты должна меня встречать, а не я ждать тебя 2 часа. Потому что ты вылетишь отсюда, как в пробка. Маша попереджає перший і єдиний раз. Тепер модель, яка бодай на 5 хвилин запізниться, без нагадувань вилітає з агентства. Я вам хочу сказати, що у нас із 20 чоловік за неділю повинно залишитися 5. Тому вилітати ви будете зі швидкістю звуку. Тільки ті, хто настроєні реально на цей бізнес і готові тут здохнути в цьому бізнесі, ті і залишаться. Я бачу тройку. Зайку, Краснову, возможно, Женю. Из парней интересен Антон, потому что я понимаю, что у него для модельного такой типаж, и этой изюминки у нас такого нету. Ну я, да, я 5. Вот мы пятерка, мы прошли. Маша прогнозів не робить, є важливіші справи. На одну з них вона натрапила, коли вивчала анкети моделей. Окей, Анастасія, приїхала к нам із Харкова. Зачем приїхала? Ну, я хочу стати моделлю. Учусь в художественном училище на дизайнера. То есть ты просто развернулась и уехала? Ну, ты я такой человек, я готова работать, я готова делать для этого все. Я просто хочу сказать следующее. Люди, которые не могут организовать себя в учебе, которые могут развернуться и уехать из института, они точно так же могут завтра развернуться и уехать в Харьков. Если ты начала какой-то процесс, ты должна его до конца закончить, и тогда приступать к чему-то новому. Мы подумаем в течение дня, что с тобой делать. А теперь самый пикантный момент нашей работы. Меряем бедра. Физика и механика. 60 килограмм 900 грамм.
я пишу 61. Ну, у него 900 грамм лака в голове. Сергей намерил 94 бедра и талию 67. Ну, я сама мерилась, я хочу к Сергею подойти там в следующий раз, когда увидимся, чтобы он меня еще раз перемерил. Мне нравится Женя, которая брюнетка с такой челкой. А то, что она полновата, меня вообще не сильно волнует в данном случае, потому что она очень харизматична. Захочет вылезти на подиум, перестанет пить вино. А если не перестанет, будет дура последняя. Я даже не знаю, что сказать. Видно, что ты не худенькая, но 68 – это уже клиника. Вес 48. В Украине, я считаю, что тут ловить нечего. Я хочу в Париж, но мои фотографии туда даже не отправляют. Девочкам хочется денег и славы, да? То же самое, что люблю я. Более того, ко мне приходят те, кто хотят выйти замуж за рубежом. И иногда я себя чувствую marriage, то есть marriage agency, и ничего с этим не сделаешь. Форма одежды плохая вообще для прихода в агентство, потому что ничего не видно. Зато у нее красиво в цвет с носками. Ну, послушай, какие носки? Я постоянно то в Макдональдс, то еще куда-то. Шоколадки там все такое кушала, у меня потом аллергия уже была. І я поправилась на 3 кілограми. Вот. Робочий графік Маші дуже насичений. Запізнення моделей завадило її планам. Тому Манюк швидко лишає агентство і йде на зустріч із потенційним клієнтом. Ребята, я вас покидаю. Я тебе оставляю в одиночестві. Не скучайте тут без мене. Манюк вирушає до відомої української дизайнерки Ольги Громової. Підібрати пару нових суконь, а головне – налагодити ділові контакти по просуванню моделей. Оля Громова, я вважаю, що вона талантливий дизайнер. Їй, звісно, цікаво, що есть какая-то новая структура, что эта новая структура занимается моделями, что она может обращаться по поводу показов. А значит, это увеличение, гипотетическое увеличение бизнеса. Поки Маша вирішує бізнес-питання, в агентстві починаються перші інтриги. Когда Маша ушла, и Сережа нужна была помощница, вот вызвалась Аня, и мне кажется, она себя очень недостойно вела по отношению к другим ребятам, к другим участницам. Были некоторые вопросы, наверное, о сокровенном. Ну, о чем, мне кажется, вот, ну, не надо спрашивать. Очень часто прослеживалось, ну, как вот в моем восприятии ее вопросов, как попытка в чем-то унизить человека. Вот в чем ваша уникальность? Самодостаточность. Это уникальность? Конечно. А Сережа у нас любит девочек. Запятая чашка. 99. Не переношу тупых малолеток, которые, я же говорю, если забрать у нее с лексикона все маты, она просто будет молчать. У нас бисексуальная. А ты боишься? Я не понимаю, почему тебя интересуют все время эти графанки? Ну, возможно, я наехала на Максима особенного. У него было написано о личном. И он написал, что ему 20 лет, ему стыдно, что он еще ничего не добился. Ну вот я просто, ну, мне было интересно, что он считает, чего он должен добиться. Тебе стыдно, что тебе 20 лет, ты ничего не добился? Да. Я по жизни занимался много чем. Спортами, там, постоянно куда-то убегал, потому что искал себя. Хороший чего, вопрос. Чего, хороший ответ. Чего добилась ты? Мне еще не 20. Задавая вот этот вопрос, тебе что, правда, за это стыдно? Мне кажется, ты показываешь только свою глупость. Мне интересно, вот он написал, сексуальная ориентация, готов на все. На что ты готов? Интересно очень, на что ты готов? На все готов. На что именно? Вообще на все. Та виявляється, перші обговорення один одного серед моделей розпочалися ще вчора, на святкуванні, де всі добряче розслабились. Уже всі починають друг друга за спиною по чуть-чуть обсуждати. Навіть ті люди, які, вроді би, общаються вместе. Вот, мне кажется, что Лена точно уйдет. Ну, просто у нее нету какой-то внутренней хватки. Я с ней пообщалась, и мне показалось, что совершенно не приспособленный к жизни человек. То есть недалеко, наверное, можно сказать. Дима Медведев внешне ведет себя, ну, можно сказать, так женоподобно. Блондинка, вот истинная блондинка, я еще Машу назвала.
Несмотря на то, что она старше меня на 2 года, она себя ведет очень глупо. Я бежала на пати. И вот бежала через трамвайные пути. И я просто равновесие потеряла. И так упала. У меня просто разлетелось все. Бедная. Ужасно, зато меня потом промывали. Сережа меня заклеивал. Так тоже приятно было. Сильно печет? Ой, аккуратно, мне все болит здесь. На самом деле ей не было больно. Она когда пришла, она была нормальная. А потом, когда я к ней подошла, она начинала реветь. Мне плохо, мне там поранили меня. Помогите мне. Она мне сказала, что я очень милая, наивная, но я типа дурочка. У меня образ такой. Мне нравится, мне так проще. Вот такая вот она модельная дружба. Та обговорювання один одного модельній кар'єрі не допоможуть. Попереду подіуми та фотосесії. А проблеми вже очевидні. Обміри і заміри оправдали мої очікування. На сьогоднішній день ми більше схожі на збірну по суму, ніж на модельне агентство. Всі звертають увагу на те, що вони їдять. И находят какое-то время для занятий физкультурой хотя бы. Действительно, у некоторых людей есть кое-какие проблемы, но не все критично, с этим можно работать, и от этого можно избавиться. Обмірювання показали, що фігури моделей не ідеальні. Тому трьох найогрядніших Маша саджає на дієту і відсилає до спортзали. Мы взяли новых людей в агентство моделей, мы очень хотим их как-то привести в какие-то требуемые нам параметры. И для этого нужно просто дать каждому задание. Кому-то вверх, кому-то низ. Ну, это, в общем, небольшая проблема, тем более, судя по внешнему виду. Мне бы хотелось, чтобы у нее здесь были кольтовидные, может быть, вот эти вот трапеции, может быть, где-то руки там подкачать. Тут понятно. Тут мы худеем, ноги. Я чувствую себя просто жиртресом, таким борцом само. Давайте мне руки такие сделаем здоровенные. Если они хотят похудеть так, чтобы сжигать жировую прослойку, им нужно приблизительно около 35-45 минут кардионагрузки в конце каждой тренировки обязательно. Хорошо. Мы согласны. Мы согласны? Конечно. Начнем, наверное, с беговых дорожек. Ноги шире. Чуть-чуть выше. Да. Мне кажется, так пошло. Но просто сейчас сказали. Выше руками. И на выдох. Третью за не расслабляем. Блины не ставим. О, я чувствую, у меня скоро будут кубики. Я очень давно хотела похудать, просто не было стимула. Но сейчас появилась возможность, появился шанс, мне дали шанс, и я буду его использовать. Ты перерыв хоть делаешь или ты все время сидишь беспрерывно? Работать. Відтепер такий спосіб життя моделі беруть за правило. Зауваження про зайві кілограми добряче зачепили Віку заживе. Навіть увечері на зустрічі з подружками вона відгорожує себе від солодкого та спиртного. Шоколадне безумство. 2. Вообще. Потом 3 мартини. Я мороженое одно такое, чтобы с орешками, с мятой, и с шоколадом. У меня уже сейчас просто выделятся все слюни, которые есть в моем организме. Ой, девочка. 84. А я можно вот так? Да. Вообще, ты, конечно, великовата, я тебе хочу сказать, Виктория Леонидовна. 2 сантиметра с понедельника скинула. Уже? Да. Я же похудела. Через зауваження Маші, зазвичай розкута модель комплексує, наче школярка. Я была 90% уверенности в том, что я не пройду, на самом деле. То есть я обещала, что у меня большая попа, и что девочки все такие худые, и что они вот такие. А
ладно, я это не хочу. Спасибо. Я это не хочу. И когда начали говорить, что ну ты же нам обещаешь, что ты похудеешь, ты обещаешь. Мне уже было все равно, я уже была готова все что угодно пообещать. Боже. Так, ладно. Можешь лизнуть. О, нет, нет, боже, еще. Я сейчас весь у тебя вкус вынюхаю. Не хочешь мятки? А я это можно? Да, можно. Ты уголька? Это не снимайте. Зібравши волю у кулак, Віка тістечко так і не замовила. Фігура понад усе. У кожного своя доля. Комусь треба з зайвими кілограмами упоратись, комусь із зачіскою попрацювати. Здравствуйте. Ходіть собі місце, садіться. Маріні, ми укорачуємо длину. Мы не меняем людей принципиально, но все-таки длина должна быть какая-то для фэшн-индустрии. То есть никто вот с этим вот вообще никогда не разберется. То есть чтобы это была не вот такая длина. То есть это короткая. Я бы где-то сделала вот так. Жалко, я их отращивала года 3-4, вот такой вот длины. У меня такое ощущение сначала было «да, нет, да, нет». Когда обрезали, я посмотрела на себя, мне очень понравилось. Та якщо Марині просто підрізають волосся, то Льоші треба не тільки відрізати улюбленого чуба, а ще й пофарбуватись. Нам потрібно його привести в один тон. И сделать более классическим. Ну, просто потому что мужики в индустрии фэшена должны быть более классические. То, что сделает, она хотела сделать меня более классическим, это меня немного, ну, как-то обеспокоило. Челку нужно соединить с височно-боковой зоной. Вот. Даже когда вот он ее зачесывает назад, оно получается как неестественно. Да, она получается как неестественно, я согласна. Я такой, не-не-не-не-не-не. Не трогайте мою челку, хочу длинную челку. Она была вот такой вот, когда я ел борщ, я ел вместе с челкой, а челка ела со мной. Вот. Нету другого выхода. Надо сразу подготовиться к плохому. Я не жалею, что я постриглась, потому что я считаю, что все свои проблемы, все свои неудачи остались там в конце где-то, на концах волос, которые обрезали. Потом я еще узнал, что меня еще покрасят тоником. Это тоже что-то новое. Страшно было, но мне нравится. Сзади мне как нравится. Стильный трансформер, честное слово. Современная просто стала. Я совершенно не жалею. Мне тоже нравится. Да? Ну, да. Прекрасно. Браво всем. Ой, как хорошо. Моделі відтюнінговані і готові до роботи. А ось і перший замовник. Що ви знаєте карнавалію? Чого це вже 5 років? Так, звісно. А мені потрібно пару дівчат від вас, які могли би бути хостами. Перша робота зірочок суперагентства «Маша та моделі» – не показ у Мілані. Вони працюватимуть хостес на вокзалі. Я, звісно, приложу всі зусилля, тому що коли це перший заказ, и когда мне нужно сделать это на ура, и потом на этого клиента я могла бы ссылаться, конечно, меня это как бы подзадоривает сделать это максимально хорошо. Дуже дякую. Спасибо вам большое. Дуже дякую. Мне было очень приятно с вами познакомиться еще раз вот так воочию. Спасибо. Дякую. Вам хорошего мероприятия, мы вам поможем с удовольствием. Дуже буду вдячна. Да. Всего хорошего, до свидания. Я считаю, что все прекрасно. Сейчас мы быстро-быстро это обкатаем, и мы позабиваем все ниши заказами, все будут работать. Наступного ранку Маша знову викликає моделей до агентства. Але зовсім не для того, щоб порадувати їх звісткою про першу роботу. Шефиня оголошує приголомшливу новину. Анастасія, вставай, іди сюди. У нас є по тобі принципіальне мнення. Для нас це була дуже показательна ще штука. Тобто ми показали абсолютно всім на конкретному прикладі, що потрібно приймати якісь стратегічні рішення. Я тобі купила білет. Тримай.
закончишь там, приедешь сюда. Будет новый набор, мы тебя возьмем. Но ты за один раз и навсегда ты запомнишь, что до тех пор, пока ты там не решила вопросы и не закончила, ты не можешь заняться чем-то другим. До закінчення навчання у вузі Насті лишилось кілька місяців. Вона ладна покинути навчання, та в цьому разі вона не отримує диплом, до якого йшла довгі роки. Ти їдешся благополучно домой. Тобто ти нам підходиш, мозги ми тебе вправимо. Закончиш свій вопрос з обученням, возвращайся, будь здорова. Ну, я дуже сильно розстроїлась, тому що... Ну, може, я просто дуже творчий чоловік і все абсолютно сприймаю дуже. Маша, конечно, немножко жестковато с ней поступила, мне так кажется. Считаю, что Маша поступила правильно. Пока ты не закрыла одну дверь, не нужно открывать другую, да и вторая не откроется на самом деле. Я, конечно, вернусь. Хочется очень. Залишається 19 учасників. Після того, як з агентства вигнали Настю, інші моделі злякались і зажурились. Якого ще вибрику чекати від Маші та Сергія, не знає ніхто. Та на цей час новина набагато краща. Цель любого агентства моделей в продаже услуг моделей. К нам сегодня обратились из компании, которая делает благотворительный бал в субботу. То есть мне сейчас надо дать 5 человек таких, чтобы они там на этой карнавале, или как она называется, все попадали. То есть мне нужно сделать себе пиар, как бы вашими, ну, как бы вами самими. Потому что иначе на этот рынок выйти достаточно сложно. Поскольку это все мероприятие будет чуть ли не в субботу, и у организаторов нет совершенно никакого времени тут вас кастинговать, то мы по своему усмотрению тут всех построим, перестроим, в итоге выберем тех 5 человек, которые по нашему решению будут там находиться. Хто отримає першу роботу, а хто піде геть з агентства? Дивіться у наступній серії реаліті-серіалу «Маша та моделі».